Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. У нас час від онкозахворювань не застрахований ніхто. Хворіють і старі, і малі, люди різного достатку, і навіть діагноз може негативно вплинути на сприйняття людиною. Сьогодні будемо говорити про профілактику онкозахворювань з лікарем, який прийшов сьогодні до нашої студії, лікар-онколог-мамолог Сергій Азатян. Рада вас бачити, пане Сергію, і насправді така серйозна, тяжка хвороба, як онкозахворювання, насправді в народі кажуть рак, не дарма, мабуть, так бояться, бо дуже багато потім проблем, пов'язаних з лікуванням, з діагностикою і взагалі дуже багато випадків, які впливають на людину. Так, з цією хворобою на сьогоднішній день дуже тяжко боротися. Чи є на сьогодні ось такі випадки, коли усе проходить гладко? Не так, як було, можливо, там декілька років тому назад, але ж медицина, ми знаємо, йде і дуже крокує швидко вперед. Чи б побороли цю хворобу на сьогодні? В первую очередь все зависит, насколько рано человек обратился за помощью и насколько маленькая опухоль выявлена, насколько на ранних стадиях это выявлено. До сих пор, да, мы за последние там, 20-30 лет получили в арсенал много интересных методов лечения, много инновационных препаратов, о которых, возможно, еще лет 20 мечтать не могли. Но, тем не менее, все наше лечение более эффективно или более гарантированно дает результат на ранних стадиях. Поэтому весь мир старается идти по пути раннего выявления. К сожалению, мы очень мало можем влиять на заболеваемость. То есть есть генетические факторы, есть внешние факторы, экология и так далее. Наш хронический стресс, в котором мы все перебываем. То есть убрать абсолютно все эти факторы нереально. Поэтому, но можно выявить, допустим, предопухолевую патологию, которую можно пролечить и не допустить рака. Есть четко заболевания с определенными факторами, которые мы знаем, что они переходят. Бывают, пациенты нам не верят, но это так. Но пролечив это заболевание абсолютно какими-то мизерными, может, маленьким оперативным вмешательством, может, какими-то препаратами, то есть мы уходим от этого предопухолевого заболевания, и рак не развивается. То есть есть, на самом деле, методы лечения, которые могут помочь человеку якісно и долго еще жить, не звертаючи увагу на то, что было выявлено на ранних стадиях? Конечно, потому что мы при встрече, допустим, с пациентами обсуждаем, допустим, какие-то статистические моменты. То есть каждый, ну почти каждый спрашивает при установке такого диагноза, там, доктор, насколько реально, допустим, что это лечение окажет эффект и так далее. То есть самые лучшие проценты излечения, выздоровления, это именно первая, вторая стадия. То есть за что мы боремся? Всегда лучше лечить маленькую опухоль, когда она не распространилась по организму. Тогда это реально вылечить. Тогда цифры 90% излечения, это не есть фантастика. Это абсолютно реально. Если опухоль выявлена маленькая, операция условно маленькая, то есть, или там экономная, с сохранением органа, без каких-либо косметических последствий для человека, и все, человек излечен. Да, человек наблюдается по определенному алгоритму, но тем не менее он излечен после этого. Если же человек обратился в запущенной стадии, то есть это тяжелее лечить, мы тоже как бы кого-то мы можем вылечить некоторую патологию, потому что благодаря препаратам мы сейчас можем бороться с четвертой стадией. То есть человек переходит, ну, допустим, на каком-нибудь препарате поддерживающем, то есть он может прожить абсолютно нормальную жизнь без каких-то побочных эффектов там, 5, 10, 15 лет. Опять же, о чем мы, возможно, могли не мечтать 20-30 лет назад. Таких препаратов еще не было. Это уже все есть. Але же слабленный. Но это так? Тяжелее все. То есть не всем эти препараты подходят, не у всех они работают. Ну, не настолько мы фантастично шагнули вперед. Возможно, в ближайшие 20-30 лет мы еще увидим революцию в онкологии тоже. То есть развивается тема иммунных препаратов, которая как бы заставляет свой иммунитет бороться с опухолью. То есть различные, допустим, определяются мутации опухолевых клеток и подбираются препараты, которые действуют строго на опухоль, не давая побочные эффекты на организм. То есть человек переносит эти препараты абсолютно нормально, и они реально работают и разрушают реально только эту опухоль, и больше ничего не трогая в организме. То есть есть еще и такие препараты, которые на самом деле на весь организм не влияют, и треба про них тоже знать. Конечно. Запитувати у вашего лекаря, чем может он порадить вас лікувати, и, возможно, можно и звернути увагу на это, так? Ну, скажем так, ведь все-таки планирование пациента с онкозаболеванием планируется не одним доктором.
Это есть команда мультидисциплинарная, или онкоконсилиум, в которую входит химиотерапевт, радиолог, хирург, который сообща решает, в каком порядке, какой план лечения человеку представить, объясняют ему, почему. В таком порядке, потому что бывают пациенты спрашивают, а я хочу вот так, или я хочу вот так. То есть в каких-то случаях мы можем действительно пойти на встречу и сказать, да, действительно, смена местами каких-то этапов лечения, ну, принципиально не повлияет на это. В некоторых случаях мы скажем, ну, мы категорически против. Да, человек вправе выбрать. То есть это совместная работа. Мы не... Нет такого, как раньше, патерналистический подход, что вот все, вот мы вас лечим только так, все, и ваше мнение не интересует никого. Абсолютно всегда это обсуждается с пациентом. То есть план лечения, почему такие препараты и так далее. И поэтому, скажем так, вопрос подбора вот этих вот целевых таргетных препаратов, например, то, что мы упомянули в самом начале, то есть он зависит от анализов. То есть это не совсем желание пациента. Если, например, человеку выполнено обследование и показано, что это лечение будет эффективно, мы назначаем эти препараты, потому что мы видим результат анализа, который говорит, что этот препарат будет эффективен. Если же у человека чувствительности к этому препарату нет, ну, это бессмыслица его назначать, он просто работать не будет. Так, а с приводу от відсотків, взагалі, скільки людей, ну, візьмемо Україну, так, не будемо брати вже світові дані, зараз хворіють на онкозахворювання? Ну, на 2018 год на учете состояло чуть менее 1 000 000 человек. То есть это люди пролеченные, то есть тут и заболевшие в последний год, и люди, которые наблюдаются онколога либо семейного врача, пролеченные. То есть как бы, ну, считается самые такие знаковые первые 5 лет после специального лечения. Но тем не менее мы рекомендуем пациентам наблюдаться все равно, потому что, да, одну мы болезнь пролечили. Простите, где гарантия, что человек не может заболеть другой болезнью? То есть, потому что бывает, просто сталкивался с пациентами, которые говорили, там, один снаряд в одну воронку 2 раза не попадает. Попадает. Такое бывает. Это редко бывает. Но тем не менее, то есть, эти пациенты, как все другие, они пролечены, они здоровые люди. Ну, раз в год они приходят на контрольный осмотр. Но все равно ж, кожній людині для того, чтобы знать, что с вами все в порядке, потрібно хотя бы раз на рік проводить диагностику усього организма. Знать, что с вами. Совершенно верно. Хотя бы обратиться к семейному врачу и простейшие тесты пройти, там, общая кровь, функция печени, кардиограмма, рентген легких, УЗИ брюшной полости. Абсолютно несложные тесты. То есть бывает, поражаешься, что, да, бывают опухоли, ну, не то чтобы фатально текущие, но тем не менее, которые абсолютно бессимптомные, которые человек не может почувствовать. Но не будем мы все делать гастроскопию для выявления рака желудка. То есть это проблема. На ранних стадиях ее тяжело, потому что жалоб, как правило, ничего не болит. Так, совершенно верно. А чему ты до лекаря, если ничего да, не болит? Обидно другое, когда опухоль молочной железы. Пациентка приходит на прием с грудью одна больше другой в 3-4 раза. Ну, какие обследования нужны, чтобы это увидеть? Никаких. Просто перед зеркалом стать. Но человек боится и не идет. А чому, до речі, отак бояться? Як ви думаєте? І останнім часом я дивлюсь, що не дуже змінилась картина. От як боялися, так і бояться ще й досі. Ну, наверное, с одной стороны, мы стали более свободно говорить, и, возможно, пациенты переболевшие, о том, что они переболели. То есть раньше это был секрет, пациенту диагноз не сообщался, мы лечили там какое-то заболевание непонятное, как лечили и так далее. То есть сейчас четко как бы с каждым пациентом обговорится, что у него, как мы будем лечить, каким образом и так далее. И поэтому, возможно, там, некоторые пациенты могут обговаривать там в кругу семьи или знакомых. То есть это уже не является каким-то таким внутренним страхом, никому не скажу, потому что это стыдно. Но это болезнь, как любая другая. И некоторые люди, ну, возможно, психологически более чувствительные, слыша это, то есть они уходят в себя, они этого боятся, они видят, может, какие-то симптомы, которые можно было пролечить. То есть это еще не рак, это можно вылечить. Но они боятся, что он будет рак, они, извините, себя программируют, там развивается таки рак, они в этом убеждаются, и тем более не идут. Либо вторая категория – пожилые люди, которые, например, боятся, что детям будет проблема от их болезни. Но, извините, детям будет большая проблема, когда эта болезнь распространится по всему организму, а лечить все равно надо будет. И вопрос излечения, извините, стоять уже не будет. То есть, когда отдаленные метастазы появились, это все гораздо тяжелее лечится. Ну, насправді, бачите, є таке, і ще є такі от випадки, коли люди розуміють, що бабуся хворіла, наприклад, тьотя хворіла, і все, і може бути і з ним теж проблема, і взагалі не йдуть тоді до лікаря, бояться, розуміють, що генетично і спадково це може передатися. Насправді, такі люди мають підвищені ризики, так, і їм ще більше потрібно ходити до лікаря, дивитися, чи там все в порядку. Совершенно верно. То есть, ну, опять же, мы можем видеть либо картину, когда человек боится
идти, зная о том, что в семье по женской линии, например, болели. И другой вариант, когда там прабабушка болела в возрасте там, 80 лет, и в результате вся семья мчится испуганная, что вот у них все может быть. Ну, каждый может заболеть, от этого никуда не деться. То есть генетически запрограммированная опухоль, все-таки, как правило, это в молодом возрасте заболевшие люди. Как правило, это несколько случаев в семейном анамнезе это есть, то есть тети, там, бабушки и так далее. Ну, благодаря Анджелине Джоли мы узнали население о том, что вот как бы есть такие генетические факторы, которые могут к этому приводить. Это правда. Но на самом деле это очень редко встречается. То есть вот эти вот... Тобто може бути і що так, і ще, що людина і не захворіє, так? Нет. Скажем так, просто эти мутации этого гена, о которых мы узнали, что вот есть, ген называется BRCA, они встречаются достаточно редко. То есть это просто, если у человека есть, например, двое случаев в семье по женской линии болевших, например, раком груди или раком яичников, есть смысл определить этот ген. Это не значит, что он будет положительный. Просто, ну, опять же, к сожалению, мы же далеко не все еще... Да, геном человека расшифрован, но мы все равно еще не знаем, какой ген за что отвечает. Да, мы выделили же, что вот эти гены статистически у этих людей, которые болеют, мутированные. И поэтому мы, определяя эти гены с помощью анализа крови, можем понять, что риск у человека выше. Он не стопроцентный. Да, действительно, человек может иметь мутацию и не заболеть. Но, с другой стороны, чаще всего человек не имеет мутацию и заболевает. Потому что генетика – это один из факторов. Важний фактор, але один із факторів. І ще маса всього впливає. Ну от, коли хворіють молоді люди, то взагалі дуже страшно і завжди чути, чому. От чому так сталося? Всі живуть нібито, всі якось дихають цим повітрям, так? Але хтось захворів, а хтось ні. І екологія, вона впливає, на когось вплинула, на когось ні. Якщо можна, наприклад, від грипу захиститись імунною системою, так? Своїм сильним імунітетом. То, чи можливо вакцинацію, так? То що тут робити? Чи є методи, які допоможуть захиститись? Ну, для некоторых заболеваний уже вакцинация есть. То есть, опять же, у нас сильное антиперевивочное лобби, которое активно работает в интернете, говорит, что это плохо. Но, тем не менее, от рака шейки матки можно, точнее, не так, от вируса папиллома человека онкогенного типа, онкогенных типов, которые вызывают рак шейки матки, можно привиться и не заболеть. Или, ну, во всяком случае, этот вирус не поселится на шейке матки и не вызовет эти изменения в клетках, которые приведут к раку. То есть это профилактировать можно. Поэтому, но тем не менее, много ли у нас пациентов хотят привить своих детей, девочек? А чему еще? Боятся теж, так? Потому что кто-то боится прививок, просто боится прививок. Тут не все равно, от чего прививка защитит. Как бы, ну, есть прививки. Никто же не говорит, что, допустим, прививаться от дифтерии нужно. Ну, потому что лечить ее, или там столбняк, или там бешенство. Но не, если человек вовремя не привьется, он просто погибнет. То прививка как бы от этого очень, ну, ее, ну, хотя, наверное, все прививки не пощупаешь, если так выразиться. Это просто нужно верить, что это сработает. Если человек, в принципе, в вакцину не верит по каким-то причинам, то ли там кто-то не верит в их действия, кто-то не верит в их, там, как они хранились. Ну, в общем, у каждого свои какие-то моменты. То есть, если человек доверяет, доверяет. Если он не доверяет, его, ну, по каким-то... А вот справді же легше працювати, мабуть, з тими пацієнтами, які 100%, ну хоча б там до 100% довіряють вам, які знають, що лікар подивився, він правильно поставив діагноз і він правильно вас лікує. Конечно, естественно. То есть это очень приятно, когда человек тебе доверяет, но все равно хочется видеть совместную работу. Просто как бы не слепое доверие, да, но все-таки, что человек понимает почему-то. Я всегда стараюсь пациентам рассказать, почему так, а не вот так. Не делаем вот операцию, потом что-то еще. А мы делаем вот это, вот это, вот это, потому что. То есть я хочу, чтобы человек понимал, почему именно так это происходит. Ну, скажем так, лучше все-таки слепое доверие, чем слепое недоверие. Ну, звичайно. Потому что, когда, допустим, расписываешь план лечения, человек на тебя смотрит скептически, ничего не делает. Ну, зачем тратить друг другу время, в конце концов? Я всегда пациентам говорю, то есть, если вы, допустим, в чем-то сомневаетесь, услышите второе мнение, третье мнение, проконсультируйтесь еще у докторов. То есть, чтобы... Але час йде. Якщо людина прийшла і одразу почала лікування, це один момент. Согласен. Якщо ходить ще другий, третій, четвертий лікар і усі пропонують свій метод лікування,
то я не знаю, то мне кажется, ну, если есть... человек все-таки будет обращаться к докторам одной специальности, например, человек онкозаболевание подозревается, например, не поставлен диагноз, но если его проконсультируют онкологи, вряд ли принципиально это будет отличаться рекомендации. Да, может, какие-то моменты по препаратам. Ну, один доктор одно и то же заболевание будет лечить одним лекарством, другой немножко другим. Ну, да, хотя, по сути дела, это одно и то же. В этом отличия могут быть. Но если, допустим, человек пойдет куда-нибудь к шаману, ну, понятно, рекомендации будут совсем другие, нежели чем традиционная медицина. Поэтому в плане консультации, ну, я всегда пациенту говорю, неделя не решит ничего, ну, если не считаем угрожающей жизни состояние, конечно. Но если просто, допустим, первично выявленный пациент, то есть все равно какая-то неделя уйдет на обследование. То есть там сделать УЗИ, сделать томографию, сдать анализы и так далее. Пожалуйста, время все равно есть. И если какие-то сомнения гложат, всегда лучше пройти и проконсультироваться, чтобы уже к началу лечения понимать, что я хочу, что у меня, как я лечусь, где я лечусь, у кого я лечусь и так далі. А от, вот это оптимально. Часто, знаєте, чутно було, от в мене там виявили, але я нічого, бо я боюсь, я нічого не буду робити, може воно прийде. І таке є таке теж. Так от, бувало таке, щоб саме пройшло? К сожалению, то у меня бывает там. Я слышала, що пройде. Я говорю, ну от сколько лет я работал, это чудеса бывают? Бывают. Я не видел. Возможно, где-то с кем-то это происходило. Не знаю, я не видел, чтобы вот диагностированный рак, поставленный диагноз, сам по себе без ничего рассосался. Может, где-то кто-то вот это испытал. Не знаю. Не буду, вам не казалось. Не буду подвергать. Нет, ну, понимаете, как бы в интернете таких историй масса. Начинаешь копать, а где-то не был вообще поставлен диагноз. Пациентка что-то нащупала у себя, а, ну это же рак. Ну, зачем биопсию делать? Уже все рак, там поприкладывала травки, опухоль рассосалась. А была ли там опухоль вообще то? Была ли там онкология, или там киста какая-нибудь возникла, которая, да, рассосалась на фоне фитотерапии, травяного лечения. Тобто, понимаете, тем, поэтому это там, очень, очень сложная тема. И... Так, насправді дуже хочется знать, чтобы все были здоровы. И тут метод, який обирає людина для лікування, мабуть, тільки лише їй притаманний. Або тільки та людина знає точно, як їй буде краще. Але ж дуже шкода, коли людина думає, що буде так, а потім втрачається час. Дуже шкода. І хочеться, щоб якось це все було добре, і щоб людина одразу розуміла, що їй допоможуть різними методами, допоможуть. Лікарі для того вони і є, мабуть, щоб допомагати. І кожному лікареві буде приємно, і це буде навпаки плюс, коли він знатиме, що людина прийшла, пролікувалася і все добре. Так? І потім через деякий час кожного року зустрічатися, дивитися і радіти, що нормальні аналізи, ви здоровий. Все. Совершенно верно. Это лучше награда доктора, когда пациент излечился. Великолепно. Больше ничего не надо. Это правда. Ну що ж, пане Сергію, я вам дуже дякую про те, що сьогодні розповіли. Насправді хочеться, щоб ми приходили вчасно до лікарів. Щоб ось ті проблеми життєві, які у нас трапляються, чи це може робота бути? Така от серйозна в людини робота. Нема коли, ніколи ходити до лікаря. Понимаете, все равно, я всегда говорю, работа, извините, на работе памятник не поставят. То есть все мотивируют работой, то есть позднюю обращаемость, там некогда прийти. Я все понимаю. Действительно, сейчас, возможно, тяжело отпроситься. Возможно, работодатели не очень желают отпускать, но все равно есть клиники, которые работают в выходные. То есть при желании что-то сделать, это сделать можно. Работают в субботу, работают в воскресенье, есть дежурные врачи, но это можно сделать. И обследования работают по субботам, воскресеньям. Лаборатории, которые берут кровь, работают вообще круглосуточно. Ну, утрирую, ну это все можно. Поэтому только лишь вот как бы работа, ну, работать все равно, для того, чтобы работать, нужно иметь здоровье. Звичайно. Если его я нет, якраз то... до цього хотіла підвести, що навіть якщо ви так загружені, завантажені, то вам ще більше треба мати здоров'я. Так. І треба йти і вчасно звертатися і до лікарів, і взагалі не нехтувати собою, любити себе і слідкувати за своїм здоров'ям. Я вам дуже дякую, бажаю вам міцного-міцного здоров'я, і щоб спасибо. Справді, ну, нехай менше буде у вас краще вже тих пацієнтів, так, нехай вони будуть здоровішими, а ви просто будете займатися іншою діяльністю. Просто на профосмотр, так. Ну що ж, зустрінемось з вами вже за декілька хвилин з іншим гостем.